Александр Збруев – один из самых узнаваемых и популярных актеров, которые свою карьеру начали еще в Советском Союзе и добились больших высот, а также приобрели всенародную любовь. Александр Збруев первой своей ролью считает фильм «Мой младший брат», где он сыграл еще в 1962 году. После этого было множество картин, более сотни героев, которых он воплотил на сцене театра и кино. Многим он запомнился по фильму «Бедная Саша», «Одинокая женщина», «Женщина желает познакомиться» и многим другим картинам. Однако все чаще в последнее время приходят трагические новости. Так, сначала приходили вести о плохом самочувствии актера, а сегодня один из телеграм-каналов и вовсе опубликовал информацию о том, что актер мог стать одним из тех, кто столкнулся с тяжелым диагнозом, который сейчас так часто ставят по всему миру. Поклонники уже успели пожелать крепкого здоровья актеру, и мы тоже очень надеемся, что он сможет справиться со всем этим. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь, и всего вам доброго!